Седьмой класс, седьмая серия. Решение задач. Задача первая. Найдите угол, равный 20% своего смежного. Сумма смежных углов 180 градусов. Давайте обозначим градусную меру большего из этих углов за x, x градусов, а тот, который составляет 20% от своего смежного, 0,2 умножить на x, процент, сотая часть. Решая уравнение, находим значение x. Итак, больший угол имеет градусную меру 150 градусов, а 20% от 150 – это 30. Ответ – 30 градусов. Задача вторая. Решите уравнение. Уравнение с модулем. Надо раскрыть модуль. Уравнение превращается в совокупность из двух линейных уравнений. Первое решение не имеет, потому что получается неверное равенство, решения нет. А второе уравнение имеет решение x равен минус 2. Значит, ответ минус 2. Задача третья. Есть три кувшина вместимостью 2 литра, 4 литра и 6 литров. Можно ли разлить 6 литров молока из большого кувшина так, чтобы во всех кувшинах было поровну? Молоко можно только переливать из одного кувшина в другой, в раковину или еще куда-то. Выливать молоко нельзя. Итак, в большом кувшине 6 литров. Решение можно записать вот таким образом. Значит, в большом 6 литров, а в остальных 0 литров молока. Так, затем переливаем из большого кувшина в 4-литровый 4 литра молока. В большом кувшине остается 2 литра. 2-литровый пока пустой. Так, ну а теперь осталось из 4-литрового кувшина перелить 2 литра в 2-литровый, то есть наполнить его полностью. И тогда получится, что в каждом по 2 литра. Вопрос, можно ли разлить? Ответ – да, можно. Задача четвертая. Существует ли треугольник, у которого один из углов равен удвоенной разности двух других? Допустим, такой треугольник существует, и градусные меры углов этого треугольника x, y и z градусов. Допустим, удвоенная разность x минус y умножить на 2 равняется z. Следует помнить о том, что сумма углов треугольника 180 градусов. Ну, а теперь давайте попробуем найти такие значения для x, y и z. Так, вот как один из возможных вариантов. Допустим, x плюс y 100 градусов, значит, тогда z 80, потому что сумма углов треугольника 180. Так, значение разности должно быть равно 40, потому что 2 умножить на 40 будет 80. Так, значит, если x равен 70, а y 30, значение разности 40. 40 умножить на 2 будет 80. Так, и сумма углов треугольника будет 180. 70 плюс 30 плюс 80 – 180. Вопрос, существует ли такой треугольник? Ответ – да, существует. Углы, например, как один из возможных вариантов, 70
30 и 80 градусов. Задача пятая. Сумма нескольких положительных чисел больше, чем 3. Может ли сумма их квадратов быть меньше, чем 0,5? Допустим, слагаемые, вот каждое из этих слагаемых 1/10. И таких слагаемых вот 31. Значение суммы 3,1. Квадрат числа, вот 1/10, если возвести в квадрат, это будет 1/100. И если таких слагаемых будет вот 31, то получится значение суммы 0,31, меньше, чем 0,5. Вопрос: может ли? Ответ: да, может. Например, вот такой вариант.